Қадірлі янаулылар, құрметлі йоқташлар, дорогие янаульцы, уважаемые земляки. Становится историей 2020 год. Уходит непростой, напряженный, противоречивый год. Год, когда мы вместе со всей страной переживали взлеты и падения. Сеяли и убирали хлеб, ремонтировали дороги, открывали памятники, отстаивали честь района, проводили муниципальные конкурсы, строили дома и жили мечтами. Самоизоляция, карантинные меры, вызванные коронавирусом, не помешали нам реализовать в районе инвестиционные проекты, программы благоустройства дворов и общественных пространств. У нашего района есть определенные результаты. За всеми достигнутыми цифрами стоит огромный труд людей. Уважаемые янаульцы, я искренне благодарю вас за нашу общую работу, за понимание нынешней непростой обстановки. Но не все то, что мы начали, еще завершено. Без сомнения, все хорошие начинания будут доведены до конца. Новый год уже на пороге. Чувствуем свое единение со всей страной. И мы все мечтаем о простых и вечных вещах. Хотим, чтобы были здоровы и счастливы дорогие нам люди. Чтобы в доме был достаток. Чтобы дети радовали нас успехами. И мы гордились этим. Мы все надеемся, что наша жизнь обязательно изменится к лучшему. Для этого необходимо работать, не покладая рук. Надо успевать реализовывать все возможности, которые появились сегодня в республике и районе. Сейчас мы загадываем желания и верим, что наши добрые помыслы обязательно сбудутся. В этом и проявляется самое настоящее волшебство новогоднего праздника. Пусть в жизни каждого жителя района будет больше ярких и красочных моментов. Взаимной любви, крепкого здоровья, счастья и добра. А все беды и тревоги пусть обходят стороной. Цените каждую минуту рядом с друзьями, близкими и родными. Не стесняйтесь мечтать и ставить перед собой цели. И они сбудутся, ведь мысли материальны. Пусть в ваших домах звенит детский смех, царят мир и покой. Яңа йыл белән, қадірлі дуслар! С Новым годом, дорогие друзья! Праздник нам приходит, праздник нам приходит.
Спасибо.